Всем привет, меня зовут Юра Волков, я шеф-кондитер. Сегодня я расскажу вам, как же сделать трафарет для пряничного человечка. Это очень просто, я думаю, вы сами догадываетесь как, но я все равно вам покажу. Прежде всего, нам нужно найти картинку подходящего нам человечка и распечатать ее того формата и размера, который нам надо. Дальше нам нужно вырезать. Вот у нас теперь есть человечек. Но если вам хочется, у нас есть еще и силуэт человечка. Можно и его использовать. А как его использовать, я вам покажу. Я вам покажу, как его использовать.